Пятый год запар у дней летних каникул на сцене Гомельской областной универсальной библиотеки имя Ленина проходит конкурс дитячей творчести «Хвилина славы». Самых талиновитых детей из усюй в области он сбирает каждый летний месяц. А пошня у этом годе жнивенская «Хвилина славы» стала юбилейной. Яна отбылась у 15 раз. За годы основания конкурс стал стартовой пляцовкой для многих юных талентов. Для некоторых же он стал уже традиционным местом проведения вольного часу у период летних каникул. У нас есть постоянные участники студия «Music Kids». Есть такая. В центре внешкольной работы Советского района занимаются. Они, конечно же, у нас как звезды маленькие. Но в этот раз, в этом году нас удивили дошкольники, учащие, воспитанники старших групп детских садов. Вот они сегодня тоже будут нас удивлять, радовать. На гэты раз праз адборачныя туры прайшлі прыкладна паўсотні чалавек. Да фіналу ж дайшла толькі палова з іх. Самому маленькому удзельніку ўсяго 5 гадоў. У журы прафесійныя музыканты, вакалісты і харэографы. Для іх юныя артысты выконвалі песні, танцавалі, гралі на музычных інструментах і выступалі ў арыгінальным жанры. Ребёнку очень понравилось выступаць. Она эмоционально постаралась выступіць. Очень любит петь. Мы с ней занимаемся. В дальнейшем, думаю, может быть, у нас всё получится. Будем выступать. Но это первое наше такое выступление. Спасибо всем за подготовку такого мероприятия. Усе удельники творчего проекта «Хвилина славы», которые вышли в финал, были удостоены гоноровых дипломов. Переможцы ж отримали специальный призы от Белорусского дитячего фонда. Ганна Ковалева, Михаил Рабко, телерадиокомпания «Гомель».